С вами megaobzor.com, и в центре внимания сегодня будет портативная колонка Svan PS360. Она выполнена в корпусе с защитой от воды IPX5. Комплект ее включает ремень, USB-кабель, аудиокабель, рукаву пользователя и гарантийный талон. На верхней грани колонки ручка с широким хватом, позволяющая удобно переносить ее с места на место. По краям у ручки ушки, используемые для фиксации комплектного наплечного ремня. Габариты – золотая середина для тех, кто эксплуатирует колонку на улице или дома. Вес – 1900 граммов. Носить с собой на прогулке будет незатруднительно. А с учетом того, что тут защита класса IPX5, это вполне оправдано. Под ручкой сгруппирован набор кнопок, отвечающих за управление воспроизведением, громкостью, подсветкой, переключение источника воспроизведения. Нажимается с небольшим усилием, исключая случайно нажать во время ношения. В этой же зоне находится четырехзонный индикатор, отображающий заряд аккумулятора. Лицевая сторона с металлической сеткой, в центре логотип бренда. Вся площадь подложки под этой сеткой с динамичной RGB-подсветкой. Работающая подсветка заметно преображает внешний вид системы. У Svan PS360 есть несколько эффектов, среди которых переливание, пульсации, ритмичные в такт воспроизводимой музыки. Доступна возможность ее полного отключения. По краям корпуса находятся пассивные излучатели диаметром 80 мм. Они отвечают за улучшение воспроизведения низких частот. Разъем скрывается под защитной силиконовой заглушкой. Набор включает вход для микрофона, аудиоджек 6.3, полноразмерный USB, AUX, аудиоджек 3.5, USB-C и скрытая кнопка перезагрузки. На основании две продольные прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение и снижающие вибрацию. Svan PS360 не просто беспроводная колонка, а целый мультимедийный центр, предоставляющий пользователю выбор из источника воспроизведения контента. Помимо Bluetooth есть передача звука аудиокабелем, встроенный MP3, FM и отдельно отмечу подключение микрофона для караоке. Беспроводной модуль поддержит кодеки SBC и AC. Дальность стабильного соединения до 10 метров. К одному устройству можно подключить две такие колонки, а объединить их в стереопару, это ТВС. Система корректно считывает аудиофайлы в расширениях MP3 и WAV, распознавая без проблем файлы во вложенных папках и с кириллическими символами. FM-тюнер может работать с внутренней антенной, а также подключив аудиокабель, он будет выступать в качестве внешней антенны. В условиях города был продемонстрирован хороший уровень приема. Оснащена колонка динамиками 80 мм, мощность 12 Вт, каждый и суммарная мощность 24 Вт. Частотный диапазон воспроизведения от 60 до 20 тысяч Гц. Отлично воспроизводит динамичную современную музыку с хорошо различимой серединой, с звонкими высокими частотами и насыщенными басами. Громкости тут хватит и для организации небольшой вечеринки на открытом воздухе. На борту аккумулятор емкость 3000 мАч. Его на среднем уровне громкости с работающей подсветкой хватает на 8 часов беспрерывного воспроизведения. Зарядка проходит через актуальный разъем USB-C. В итоге Svan PS360 – портативная колонка для улиц, природы и дома, защита от воды яркой подсветкой, живым звучанием и выбором между беспроводными, проводными и встроенными источниками воспроизведения контента. С удовольствием обсудим с вами в комментариях. Лайк, подписка, приветствуется. Пока-пока.